Необычно, да, сегодняшнее наше начало бегового путешествия. Вот здесь на сосне написано: «Внимание, просьба не ломать все, что сделано в данной части леса. Тут проходят тренировки трейл-райдеров. Будьте осторожны при подъеме, проходите по левой стороне». Таких предупреждений дальше очень много. Ну, у нас сегодня совсем другие планы, и в эти планы не входит портить удовольствие велосипедистам. Да, коттеджный поселок уже за городом, и нас ждет трасса по Валерьянке и дальше. Привет, привет, вперед, вперед. Лесное озеро. Да, красиво. Что-то выронила изо рта белка. Ну, конечно. Ой, что-то из нее. Она что-то держала. Все, что во рту держала, все пришлось выронить. Конечно, надо скрываться от такого в кроссовках. Удивительно, да? Никогда мы с тобой не встречали в лесу белок впервые. Но велосипедистов нам сегодня будет, наверное, много встречаться. Вот, бежали по такой ровной гладкой. А теперь смотри, как вниз. Мечта бегущих велосипедистов. Бежим. Вау! Как это? Ой. Ну что? Теперь вверх на эту гору. Ну сколько здесь метров? 7-8. Может, больше. Вперед. Ой. И трудно, и будоражит, и адреналин бьет, и дыхание сводит. Фу. Ну что, последний взгляд на эту классную вещь. И вперед. Выскочили на край леса. И вот здесь какой-то поселок. Но представляется мне, что мы здесь с тобой года полтора назад зимой бегали. Поселок оказался большой, и пришлось долго по нему бежать. А вот здесь классное кукурузное поле. И есть початки такие кукурузные. Самое плохое в этой ситуации, что мы с тобой выскочили на незапланированный асфальт и какой-то населенный пункт, которого тоже не было у нас по плану. Сейчас надо разбираться с картой. Ты знаешь, я вроде бы понял, почему я попал не в ту степь. В лесу, в одном месте, я прозевал поворот. И вместо того, чтобы бежать на восток, я бежал все время на север. Из-за этого у меня сегодня получится на километров 6-7 лишних петля. Да, бежать вдоль асфальта утомляет. Давай немножко развлечемся. Не знаю, никогда я не забредал внутрь кукурузы. Ну, наверное, это... Ну что, наверное? Прикольно? Классно. Ладно. Если бы я правильно бежал, то мы оттуда с тобой бы выбежали и бежали в ту степь. Пересекали только дорогу. А так у нас был такой здоровый крюк по ней. Солнце близится к горизонту. Ну, конечно, ведь мы с тобой стартовали в 3:00 после полудня. Кусается, не? Нет. Да, видно, дядька прошагал к этому моменту уже много-много километров. Быстро в темпе идет. Самое удивительное, что на вид он давно-давно на пенсии. Седой совершенно, но у него фигура такая поджарая, как у бегуна эфиопа. Вот это да, вот это здоровье, вот это человечище. И опять асфальт. Вот по этой деревеньке, по улице запланировано у меня пару километров для того, чтобы выскочить на мост и перебежать оживленную автодорогу на Москву.
Ты знаешь, сегодня приходится бежать многие километры вдоль этой кукурузы. Но если бы я ее не сорвал бы, я бы себя чувствовал бы не очень таким удовлетворенным. В общем, стырил я несколько початков, сюда засунул в гидратор. Ну как же без трофея? Тем более осень. Самое время для того, чтобы с пробегов возвращаться не с пустыми руками. Ну что, вот мы и достигли в некотором роде финиша, потому что железная дорога — это та линия на сегодня, около которой завершается наш сегодняшний большой пробег. Теперь я буду двигаться в сторону города, да, до тех пор, пока меня не догонит какая-нибудь электричка, которая меня завезет в центр. Вот такое сегодня было путешествие. И у меня на сегодня все. Живи ярко. До следующего пробега. Пока-пока-пока.